Так, друзья, всем привет, привет, с вами, как всегда, я держу Борискин. Короче, поехали быстренько, посмотрим, слетел мой дом или не слетел, понятия не имею. О, дом еще есть. Это слетело. С мафией. Мафию распустили, это круто. Дом еще остался, надо быстро проплатить его. А то я на неделю, на 4 дня уезжал, но до этого... Ну, короче, там почти неделю получилось, что я уже отсутствовал в игре. А, ну да, это я здесь персонажа же оставлю. Как бы теперь дом проплотим. Чтоб дом не слетел. Какая погода сегодня хорошая. Да, ребят, не забывайте использовать мой промокод. Работает на всех серверах GTA 5 RP. Даст вам стартовую випку на 10 дней. Типа удвоенная прокачка, двойный payday. 12500 на 5 уровне. Все такое. Промокод на всех серверах работает. А, вот сюда забивается. Нажимаете клавишу F10 на клавиатуре. Потом заходите вот сюда в шестереночку. Заходите в промокод. И вот здесь записываете DJB. Вот так вот. Ну, если что, вот здесь вот он у вас большими буквами написан, чтобы вам видно было. Нажимаете сохранить, и потом вот тут в подарочках у вас будет халявная випка, короче. Ну, это если вы еще не вводили промокод. Стартовая випка, ну, в принципе, один раз вводится на одного персонажа, в принципе. Вот если нового персонажа создали там, или там на другой сервак пошли поиграть, ну, или на этом играете, и другой промокод еще никакой не забивали, смело можете... Так, а быстро давайте едем, проплачу дом сходу, я ради этого даже сейчас зашел, если честно. Можно, конечно, поиграть, пока оно так хорошо зашло. Сегодня прям с первого раза игра запустилась, представляете? Я не знаю, что сегодня случилось с игрой. Сколько там звезд сошлось. Так, едем сначала, короче, в этот. Слушайте, ну тогда раз сегодня так запустилось, поехали быстренько. О, 468 человек все играет. Я сейчас мило контракт сделаю туда быстро. Деньги со счета с лишним. Давайте 1040 снимем. Оплата перевода. Оплатить дом. О, как накопилось уже много. 4620 аж надо. Все, оплатил. Вот теперь вообще не перевод. Так, а что будем делать, наверное, контракт на мусор сегодня. И схемы сделаем. Сделаем, наверное, сколько там контракт, 2000 стоит и 15 тысяч схемы, да? Мясо будем запускать, если нужно будет. 17 тысяч закину насчет организации. Сейчас поехали, будем контракт делаем. Я остальное уже обратно пополню. 18 тысяч. Продолжаю, ребята, копить на ламбу. Ни на что другое не размениваюсь. Очень хочется и внешку персонажу сделать покрасивее там. Украшениями какую-то одежду купить покруче, короче, но, к сожалению, на это пока не размениваюсь. Сам вон катаюсь на вот этом вот пикадорчике. Он у меня пока есть склад и все такое. Что там, кстати, у нас? В багажнике что-то есть? Там багажник, походу, блин, забитый есть. Ой, ё-моё, тут и автоматы, и косяки, чё-то пока нету. Слушайте, я тогда вот так, наверное, сделаю. Скажите мне, что давайте проверим документы. Вообще у меня просрочено, не просрочено, это медкарта. Самое главное. Короче, вот до 10.07, а у нас сегодня что? До 9.07. Короче, сегодня целый день она у меня будет работать, эта медкарта, завтра просто продлим ее. Поехали, короче, быстренько. Ну что, возьмем почту, да поедем, запустим контракт, раз уж я так все сделал. Слушайте, у меня персонаж есть не хочет. Да, ну хочет, сейчас мы подкормим чуть-чуть. Сейчас, ребята, проверим, у меня место-то есть на жестком диске, чтобы видео писать. Да, вроде есть, нормально. Я еще предыдущую серию вам не выложил.
потому что просто не успел. А видео работает, видеозахват. Сейчас все контрольно проверим. Все отлично. И поехали играть дальше. Интересного цвета у этого, конечно, пикадорчик. Но я его, ребят, купил таким, это не я его красил. Я бы таким не покрасил цвета. И диски такие не поставил, это точно. Я не знаю, сколько тут турбо стоит. Можно дофтешить его, чтобы продать подороже потом. А можно и нафиг не делать их. Скорее всего, это и надо делать. Давайте быстренько сходим, почту возьмем по пути. Слушайте, а что у меня за танки? Давайте быстренько летний пропуск посмотрим. Но я сейчас лучше буду деньги зарабатывать. Мне этот пропуск особо нафиг не нужен. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас еще там. По заданкам, что у нас? Корейским дальнобойщикам нафиг поработать в порту. Ой, это тяжело. Победить дартс не хочу, поработать в шахте. Ну вот это можно, но это легко. Отбить мяч в теннисе, я не знаю, где там. Сыграть в казино в автоматы. Ну вот это можно, в автоматы там легко играть. Короче, поехали делать контракты, а все остальное там уже. Это так, знаете, по обстоятельствам. Сейчас запущу контракт на мусор, просто хочу по штату покататься. Поехали по этой дороге. Сейчас первым делом я запущу контракт на мусор и на схему. Сделаю схему. Ну, я уже запустил, я чуть-чуть быстренько сделаю и потом поеду. Сколько там примерно? Да, мне надо, ребят, короче, техосмотр поехать на машину сделать. В реальной жизни имеется в виду, не в игре. Я страховку только что сегодня выписал, надо техосмотр сделать, чтобы я на работу тоже на этот ездил на машине, а не на автобусе уже. Как сегодня она хорошо игра идет. Потому что людей в штате мало, 511 он всего лишь. Поехали быстренько контакт сделаем. Контракт сделаем, денег подзаработаем, а то, чтобы это дело тоже шло здесь в игре. Очень хочу Lamborghini персонаж заработать. Зря, короче, за дом так волновался, всю мебель там снял. Теперь ее опять расставлять придется, это капец. Но я просто переживал очень сильно. Я думал, что не успею, думал, дом светит, короче, все такое. Ну, кстати, я хочу дом персонажу поменять. Ну, конечно, не будем эту машину фотошить, вот как есть, нахуй, пусть так вот. Вот объявление на него надо дать, кстати, сейчас. Ну хотя нафиг надо, я на нем сам покатаюсь потом. Контракты поделаю, а то что заберут его, я на чем буду контракты потом делать. Оп. Доездился боком.
Спать охота, ребят, мы только с отдыха приехали. Чуть на бок о бок пошел. Чуть не снял этого ремонтника. Так, ну так ехать не надо, конечно, да. Неправильно так влетать везде, как я влетаю. Ладно, ребят, в принципе, сейчас же не тороплюсь никуда, может поосторожнее поиграть. Это, конечно, не про меня, наверное, осторожнее играть. Так, боже мой, тихо, куда так далеко ехать-то надо, с этой почты мне? Что-то вообще посылка за километр. Ну ладно, сейчас по этой же дороге США обратно рванем. Конечно, занизил кто-то как-то подорог вообще хорошо, аж все он проваливается колесом. Мне так не нравится. Фига он тут залетел в поворот. Он на столб не намотал. Так только я могу припарковаться. Что? Все. Ну вот, 1000 баксов есть, на карманные расходы полетели, короче, быстро. Так, сейчас летим в этот. В офис быстренько забираем все контракты. Слушайте, может я вам поставлю, чтобы предыдущая серия грузилась, а? Я в Google зайду, посмотрю. Что у нас сейчас загружено, не загружено, в творческую студию зайду. О, ничего себе, уже прикинь, Наташка, уже 804 подписчика, вот это круто. Блин, ребят, спасибо за подписки, 804 уже. Где там вот эта штука? Бам-бам. О. Ну, видите, уже 804 подписчика, я капец как рад. Сейчас в творческую студию быстренько зайду. Ой, ё-моё. Сюда, по-моему, надо зайти. Я предыдущую серию грузил, она что-то там не загрузилась, по-моему. Это что там? Короче, оно видос не загрузился, это надо заново ставить. Ладно, пока закрываем. Поехали в игру, чтобы не отвлекаться. Ну, что-то мне еще хочется секундочку придать. Сейчас, ребята, телефончик на зарядку еще поставлю, поедем быстренько. Все, поехали, короче, для как поедем. Я до Ламборджини все равно дойду. Я и сейчас ее могу взять, если катер продам. Но катер я не хочу продавать. Соберем какую-нибудь команду и попутешествуем на нем, посмотрим. Куда можно далеко заплыть, куда-нибудь в море, совсем далеко, что там интересного. Скорее всего, я очень хочу, давно об этом думал. Так что катер в любом случае остается, катер не трогаю, прям вот он мне нравится, я его вообще не хочу продавать, хочу навсегда оставить. Катер вещь крутая, особенно как он от копов сваливает на рыбалке, вот это вообще тема, мне какая нахрен лицензия не нужна. Купа приплывает, тут же сел, как дал газ в пол, они там все сзади и остались. А ты где? Круто же. Я вот что-то, ребят, вот полицейских вообще не люблю. Не знаю почему. Просто они мне в реальной жизни много раз встречались, всякие гаишники. И, ну, конечно, попадаются хорошие, порядочные люди среди них. Но это очень мало, очень редко. Но есть. И среди обычных
милиционеров тоже, полицейских тоже есть хорошие. Вот я помню, у нас участковый был хороший очень. Но это, видите, это, ребят, единицы. Это единицы, это очень-очень мало. Остальные, ну, смотря как ты сам ведешь себя, конечно, я думаю. Но все равно как-то немножко недолюбливаю я полицию, поэтому... Поэтому как-то так, что, берем долгожданную встречу, контракт. И берем контракт, наверное, этот. О, вот это, по-моему, да? Чё-чё-чё? Подожди. А, не-не, пошив не надо мне. Я же хотел этот взять, мусор хотел. О, грандиозная уборка, точно. Да все, короче. Поехали делать. Ну-ка, в телефоне сейчас контракты будут отображаться. О, стали работать. Что такое? Это интернет у меня так стал нормально работать или что? Отлично, ё-моё. Нифига, как сегодня мне GTA-шка радует. Прям с первого раза запустилась. Тьфу-тьфу-тьфу, блин. Ладно, побежали быстренько. Людей наймем, контракт сделаем. Скорее всего, найму только 4 человека. Ну, хотя, наверное, там их дофига. Чё мне мучиться самому делать? Едем, наверное, сначала вот сюда, вот, как обычно. По-быстрому там на воротах постоим, наймем людей. А не, я тоже хочу нанять. Странно, я думал, никого нет тут. В очередь встанем по-человечески. Пока стоим, ждем, я, наверное, в YouTube загружу видос. Пока он там стоит, ждем. Обложку сделал. Так,
когда последний ролик у меня был 03.07, да, а сегодня 09.07. Сколько дней прошло? Шесть дней прошло, а дом на неделю оплачивается. Блин, я прям вовремя, ребят, успел. Пока ждем, ребята, просто на выгрузку поставлю по-быстрому. Я посмотрю быстренько, пока там грузится игра, пока тут все в очереди, я не знаю, кого нанимают, не нанимают. Тут пофигу, вот так стоим, достаем. Пусть они спокойно наймут, я быстренько видео сейчас пока поставлю, чтобы не грузилось. Где там последняя обложка какая-то? А, прогулка по Страмбуре, да, называлась? Да. Видеоролик, чтобы он крутился. Где там он был? Сколько уже? Да, вот все название скопирую сейчас, чтобы долго не мучиться. Было. Да я просто ролик хочу загрузить по-быстрому сейчас. Предыдущий ролик гружу. Сейчас покажу вам. Вот этот ролик, это который я 3 числа отыграл. Сколько он там? Вот 34 гига. 3 часа идет. А вот это, который сейчас пишется. Так, что у вас там громко так работает? Сделайте потише, пожалуйста. Загрузим сейчас. Это было 3 числа ролик был. Да возьмите телефон уже. Все.
все. Вот этот, я надеюсь, ролик опубликуется уже. Осталось 5. Вот как сегодня хорошо интернет работает. Ё-моё. Короче, еще я забыл ролик один с этого выложить, вернее, он не выложился. Здесь уже третья часть вышла, а этой второй не вышла, вторую тоже закину. Все это грузится. А, нет, отмена, подожди, вот так свернуть просто. Че, давайте. Че тут, друг, совсем тухло, да, никто не приезжает? Вообще? Совсем никого не нанять не получается? Ну, вообще, нахуй, блядь, не заебал. Да что-то онлайна сегодня мало, вон, видишь. Короче, поехал я туда, наверх, на этот. А. У нас жрать хочет, его нормально. Чуть подкормил его. Да, в принципе, подкормить еще можно. Ну, давай. Рад познакомиться, Роб. Не то, не надо познакомиться. А что у тебя голос знакомый был? Голос не знакомый человек. Ну, не знаю, может быть. Привет, Назарь. Да, рад познакомиться, дади. Имя такое интересное. Ну, Сарас вот даже приезжает. Не понял, что попробую забрать. Да, знаю. Короче, контракты все делают не сразу. Я вот думаю, может поехать мусор пока поделать, пока тут никого нет. Ты уже сколько нанял сейчас? Я просто что-то еще никого пока вообще не нанял. Роб, а ты сколько нанял уже людей? Ну, мне один по телефону позвонил, а другой смартфон пришел. Короче, так вот сюда еще никто, да, не приезжал? Поеду я, наверное, мусор чуть-чуть поделаю, да приеду попозже сюда, наверное. Как раз у вас быстрее получится дело. Для меня это важно. Работников нету. Пускай я пока мусор поделаю спокойно, ребят. Да и мы с вами покатаемся. Да, ё-моё. Как раз поделаем мусор, быстренько ивент чуть-чуть, а сколько времени? Чего же так на стрижку-то выезжаю? Нанять тебя? Схемы будешь делать? Нет, я нанимаю. А, я понял. Да там нет никого. Тоже нанимается, все хорошо. Поехали, быстренько мусор чуть поделаем. Что там у меня? Мусор есть куда складывать? Блин, у меня слотов там вообще нет. Тогда вот так делаем, чтобы слоты хоть чуть-чуть освободить.
Ну, потому что слотов вообще нет. Чё, а, ну да, давайте быстренько просто поперекидываем вот так все, что мне пока не очень надо. Да, вот шмотки перекинем, потому что шмотки весят меньше всего, да, получается. Пусть этот как раз рюкзак будет забитый, хоть чтоб без дела не шатался. Еще какой-то шарф, такая у меня есть летняя какая-то маечка. Все, на мусор хватает, килограмм хватает, в принципе. Поехали мусор делать, я думаю, на этой машине тоже можно поделать, ничего страшного. Так, интересно, куда нам сейчас? Ну, хоть не так далеко, можно почту по пути взять. Хотя лучше чисто мусором заниматься, чем той почтой, потому что отвлекаться на это тоже слишком много уйдет времени. Работники еще спят, никто не пришел в схему, никто не хочет делать. Там схема скучно, чего? Попозже я техосмотр сделаю. Я поиграть хочу сейчас, пока запустилось. Попозже. Он там до 5 работает, еще я успею скатать. Так неделю без гаташки сидел. Че тихо ты? Прекрати мне тут. У меня запись звука идет вообще. Быстренько. Так, походу все-таки быструю надо было сделать. Да ладно. Наташ, чего он у тебя так орет, а? Ладно, друзья, поехали на следующую точку. Там у него друзья, почему? Да прекрати, ла, блин, скандалить ненавижу. Thank you.
короче, друзья, игра крашнулась. Ладно, в следующий раз с этого же места начнем. Вот, давайте, всем пока-пока.